Здравствуйте! С удовольствием представляю вам очередной осенний выпуск программы «Оренбургский топ-экспресс» в студии Елена Смирнова. Об интересных находках в сфере товаров и услуг рассказываю прямо сейчас. Вся жизнь – игра, все люди в ней – актеры. Мысль, озвученная великим Шекспиром еще 450 лет назад, многим не дает покоя и сегодня. Умение красиво и грамотно излагать свои мысли, управлять своими эмоциями – одно из важных качеств для современного человека. А если не умеете, то научиться никогда не поздно. Именно так и заявляют в одной оренбургской специализированной школе. В Оренбурге школе-студии актерского мастерства совершенно однозначно говорят: профессиональным актером можешь ты не быть, но актерские способности развить обязан. Здесь ждут школьников с 4 по 11 класс, а для тех, кто учится во вторую смену, существует спецгруппа в воскресенье. Школа-студия актерского мастерства не проводит кастинг. У нас нет желания выбрать каких-то лучших. У нас есть на самом деле желание и стремление, чтобы каждый ребенок раскрылся в нашей школе-студии и обучился основам актерского мастерства. В школе актерского мастерства едва ли не самый звездный в области преподавательский состав. Учат лицедействовать здесь актеры драматического театра имени Горького, ведущий преподаватель Борис Круглов. Кто, как незаслуженный артист Российской Федерации, сможет рассказать о тайнах профессии? Наша задача – научить ребенка не бояться аудитории, помочь ему раскрыться, научить его читать литературу, классику. Помимо четырех основных предметов – сценическая речь, пластика, сценическое движение и актерское мастерство – проводятся занятия по дополнительным дисциплинам – грим и фехтование. Все это позволяет юным актерам раскрыть свой творческий потенциал, освоить новый для себя вид искусства, найти новых друзей. Люблю работать с маленькими детьми. Они еще верят в сказку, у них нету такого испорченного с годами мировоззрения. Они очень открыты, они очень пластичны в плане внутридушевной организации. В школе-студии «Лавр» гордятся тем, что многие из их воспитанников и выпускников становятся участниками программ на оренбургских телеканалах. Стать студентом несложно. По телефону 55 56 65 будущим актерам все подробно расскажут о школе-студии. Место расположения очень удачное. В центре города, на Чкалова, 57/2. Спросите любого человека об устройстве, регулирующем дорожное движение. И абсолютно любой скажет, как оно называется. Вы удивитесь, но магазин с таким же названием тоже регулирует. Правда, не движение, а цены. Как и насколько, узнаем прямо сейчас. Конечно, никто не спорит с тем, что товары первой необходимости все привыкли покупать в гипермаркетах. Но человек, считающий свои кровные, все чаще отдает предпочтение дискаунтерам. Не пугайтесь иностранного слова. Суть здесь проста. Это магазин самообслуживания, в котором представлены товары с минимальными торговыми наценками. Не так давно подобные магазины появились в Оренбургской области. Появились и бросили вызов всей розничной сети. В чем же главное преимущество магазинов «Светофор»? Конечно, в ценах. Скептики спросят: позвольте, за счет чего в торговой сети такие низкие цены? В «Светофоре» объясняют: суть работы наших магазинов в том, что прибыль мы получаем не за счет наценки, а за счет экономии на расходах. Смотрите сами. Торговое помещение больше походит не на элитный супермаркет, а на оптовый склад. Товары стоят в коробках на полках. Опять же, экономия на аренде складских помещений. Здесь в приоритете минимализм, который позволяет экономить и на оформлении витрин, и на сканерах, и на услугах мерчендайзеров. Здесь нет огромного штата сотрудников, а низкий уровень цен достигается за счет мгновенной закупки у производителя большой партии товара. Большие объемы гарантируют большую скидку, а крупные покупки потребителей гарантируют быстрый товарооборот. В «Светофоре» особо подчеркивают, и этот пункт очень важен для торговой сети. Представленные товары ничем, абсолютно ничем не хуже тех, что продаются в торговых точках у дома. Теперь не нужно искать на полках акционный товар. И можно не сомневаться, покупки из этого дискаунтера будут на 20% дешевле, чем в других торговых сетях. И именно поэтому магазины сети «Светофор» растут и расширяются. Сеть магазинов «Светофор» в Оренбурге. Поселок Южный Урал, улица Илекская, 4, село Ивановка, Беляевское шоссе, 2/1. А также улица 60 лет Октября, бывший ТК «Фарштадт», улица Транспортная ТК «Оренбург», улица Монтажников ТК «Медовый» и Магистральная 1. А также в городах Абдулино, Бугуруслан, Бузулук, Кувандык, Новотроицк, Гай, Орск и Сорочинск.
В осенний период своей внешности нужно уделять особое внимание. Каждый из нас концентрируется на своих достоинствах, и у каждой свои секреты, главным из которых по-прежнему остается хороший салон красоты. Во-первых, салон сам должен быть успешным. И этот успех должен быть подтвержден не только длительным сроком своей деятельности и месторасположением, но и многочисленными положительными оценками специалистов. Как правило, информацию об этом салон размещает на своем официальном сайте. Кстати, это еще один признак того, что вы не ошиблись с выбором. Участие и победы в многочисленных чемпионатах Европы и мира – очевидное доказательство профессиональной работы. Во-вторых, спектр услуг, оказываемых в салоне, не должен заключаться только в стрижках и прическах. Поинтересуйтесь, выполняет ли салон дополнительные процедуры. Даже если никогда не задумывались о, скажем, биотатуаже бровей, предложенная услуга может показаться вам интересной, и вполне возможно, вы попробуете другие, не менее эффектные предложения, которых у хорошего салона должно быть много. Посещаю салон уже где-то лет 7. Первые процедуры были – это стрижка, маникюр. Осталась довольна. Мне все понравилось. Очень приветливые, гостеприимные. Выбирая салон красоты, конечно же, нужно обратить внимание на обслуживание. Если вы с самого начала чувствуете уважительное и внимательное отношение к себе, видите стильный дизайн и идеальную чистоту, значит и работа с вами будет соответствующей. И четвертое правило выбора идеального салона – это отзывы клиентов. Фишка салона – это индивидуальный подход, во-первых, к каждому клиенту, а во-вторых, очень приятно, когда оценивают твой образ целиком и подсказывают, что где необходимо подправить, потому что профессионалам всегда со стороны видней. Но что бы ни говорили другие, окончательное решение принимаете вы. Итак, если салон – участник множества европейских и мировых конкурсов, находится в самом центре города, обладает широким спектром самых разных услуг, в нем нет очередей, и вас всегда в нем встречают улыбкой и чашкой кофе, значит, он должен быть в вашем списке личного успеха. Салон красоты на Жукова, улица Маршала Жукова, 21, телефон 77 12 55. Возможно, запись онлайн. В мире есть огромное количество вещей, к которым люди во время их появления относились крайне настороженно. Но впоследствии, поняв все преимущества, начинали пользоваться и удивлялись, почему же раньше этого не делали. Примерно то же самое можно сказать и о нашем сегодняшнем материале. Когда речь идет о строительстве, практически любой человек, как правило, готовится к долгому и сложному процессу. И в первую очередь думает про материал будущего дома. Но лишь только самые практичные и хорошо информированные люди выбирают один из самых современных материалов на строительном рынке во всем мире – СИП-панель. Выбирают и выигрывают во всем – в цене, сроках и результате. Выбирая этот легкий материал, вы однозначно экономите на фундаменте, транспортировке и монтаже. Сбор любого объекта от гаража до дома – можно осуществить своими силами без приглашения специалистов. Вы существенно снижаете затраты на отделку. Взгляните, все стены идеально ровные. Можно клеить обои, плитку и все, что вам захочется сразу после возведения объекта. То же самое можно сказать и о фасаде. Панели пожароустойчивы и абсолютно безопасны для здоровья человека. Но не всякая СИП-панель хороша, как кажется. Главное в панели – ее содержимое. СИП-панели давно перевернули рынок строительных материалов. Ни один строительный материал не сравнится с ними по легкости и скорости монтажа. А что касается практичности, то мы сегодня даем гарантию на 50 лет. Но самая главная особенность именно нашего производства – это то, что мы размещаем между панелями пенополиуретан. А это значит, что вы будете полностью защищены от шума, от грызунов и от сильных морозов. Наша панель – это абсолютная альтернатива таким традиционным материалам, как кирпич, шлакоблок или дерево. Неважно, что вы возводите – перегородки в квартире или в цехе, гараж или бокс, дачный домик или добротный сельский дом. Расскажите о своем проекте, и совсем скоро вы получите готовый к сборке материал, из которого в течение всего одного дня вы сможете получить то, что так давно хотели. Вы можете задать вопросы специалисту прямо сейчас, позвонив по телефону 30 62 54. Компания «Энергокомплекс Оренбург». Улица Инструментальная, 5. Это был очередной выпуск программы «Оренбургский топ-экспресс». Хороших вам покупок и приобретений. В студии была Елена Смирнова.